любимая мама, свекровь, бабушка и прабабушка. Тамара Хавцева из тех женщин, что в огонь и в воду. У нее 6 детей, 19 внуков и 28 правнуков. Тамара видела разную жизнь и сегодня голосуя отмечает, выбирает сильную страну. Дай Бог здоровья, чтобы дай Бог мирно было. Дай Бог, чтобы молодежь, чтобы мирно жили, спокойно, чтобы война не было, чтобы сыто жить. Семья Тамары подала заявление, чтобы она могла отдать свой голос, не выходя из дома. Поэтому члены комиссии сами пришли к ней, соблюдая все меры безопасности, которых они придерживаются и на своих участках. Меры предосторожности – это самое главное сейчас. У нас, вы видели, на входе все средства, которые нужны вот в такое время. У нас замеряется температура, выдаются маски, перчатки. Люди заходят, у каждого есть свои индивидуальные ручки для голосования, подходят на расстоянии, показывают свой паспорт. А за счет того, что многие избиратели в этом году принимают участие в голосовании на дому, на участках нет столпотворения, что очень важно на фоне пандемии коронавируса. У нас все рассчитано и предусмотрено в таком плане, проходит голосование, что они не встречаются, не соприкасаются друг с другом. И вот в таком спокойном режиме, с пониманием люди относятся к этому, приходят, голосуют. А еще все члены комиссии в обязательном порядке работают в перчатках, защитных халатах и экранах, масках, которые меняются каждый час. Фаина Куршева, Мурат Кемрюков, Архыз 24.